Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к его совершению. Известно, что мужчина худощавого телосложения при себе имел рюкзак со светоотражающими элементами. Следственные органы обращаются к очевидцам, а также возможным свидетелям произошедшего обо всех фактах совершенного преступления сообщить в правоохранительные органы. Расследование уголовного дела продолжается.